Всем здорово, с вами канал Китаец Отличился. И сегодня я вам покажу, как установить рингтон на звонок iPhone, в данном случае iPhone 5. Для этого нам понадобится iTunes, сам iPhone, ну и музыка любая. В нашем случае это музыка вот такая, за которую нас не забанит YouTube. Ну и приступим, в принципе. Для начала нам нужно нажать кнопку «Файл», потом «Добавить файл в медиатеку» и найти нашу песенку. Она у нас где-то вот здесь, вот она у нас есть, вот она появилась. Запускаем ее, вот она идет. Выбираем, нажимаем правую кнопку мыши, нажимаем «Сведения». Выбираем кнопку «Параметры», оставляем начало и конец дорожки. Начало у меня будет. Теперь у нас есть дорожка длиной 30 секунд. Вот, видим. Далее мы опять выбираем, нажимаем кнопку «Файл» и «Создание новой версии». Выбираем кнопку «Создать версию в формате AES». Нажимаем, вот она появилась, новая версия. Снова нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Показать в проводнике Windows». Вот наш рингтон. Теперь нам нужно изменить расширение этого файла. Для этого нужно изменить надпись за точками. Если у вас нет этой надписи, ее можно очень легко включить. Делается это очень просто. Нажимаем «Вид», «Показать или скрыть», «Расширение имен файлов». Все. Теперь у нас появляется эта вкладка. Удаляем букву «A», ставим букву «A» маленькую. Все, сохраняем, он сохранился. Теперь выносим мы его на рабочий стол для удобства. Закрываем проводник. И снова «Файл», «Добавить файл в медиатеку». И ищем наш файл уже с новым расширением. Вот он у нас имеется. Добавили файл, но ничего не происходит. Далее мы переходим в вкладку iPhone. И видим, у нас появился файл. Я вам два раза появился. Так. Звуки на устройстве смотрим, нету. Ставим галочку и нажимаем «Применить». Ждем синхронизацию. Сейчас она быстро пройдет. Синхронизируй. Все. Синхронизация пройдена. Открываем звуки. Видим нашу песенку. Теперь идем в настройки iPhone и выставляем в звуках эту песню. Все, всем спасибо.